У середу, 21 жовтня, у сесійній залі Слов'янської міської ради відбулись публічні дебати за програмами партій та кандидатів на посаду міського голови. У дебатах взяли участь представники від кожної партії, яка виставила свого кандидата на посаду голови міста, а також самовисуванці – претенденти на крісло мера Слов'янська. Так, у заході взяли участь політичні партії «Наш край», «Свобода», «Об'єднання Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Українська партія честі», «Боротьби з корупцією» та організованою злочинністю, а також самовисуванець Олег Зонтов. Участь у дебатах також взяли жителі міста, які мали нагоду задати кандидатам свої питання. Порядок виступу визначався жеребкуванням, що проводився модераторами. Присутні змогли почути відповіді на різноманітні питання та ознайомитись з програмами кандидатів. Ми організація нова. За півтора місяця ми продемонстрували в місті Слов'янську о тому, що ми можемо об'єднатися і можемо об'єднати. И политическая партия «Наш край» сегодня уже громко заявила о себе не только лозунгами и призывами, а вступила в предвыборную борьбу и занялась конкретным решением дел. Не сегодня, потому что мы сформировали команду единомышленников, тех, которые прежде всего занимаются организацией местного самоуправления, и в городе Славянске мы как раз собрали команду людей, которые на протяжении и предыдущих лет своей жизни занимались конкретными вопросами организации производства, решением социальных вопросов, организации местного самоуправления в городе Славянске. Каждый может подойти к городскому голове на улице. Я не боюсь ходить по городу, мне не стыдно смотреть в глаза людям. Я хожу по нашим улицам, хожу там в спортзал, хожу там в магазин, вот, встречаю людей, они подходят со своими проблемами. И на сегодняшний момент достаточно много позитивных откликов о той работе, которая сделана и которая будет продолжена в следующем году. Я за то, чтобы реализация этих программ была не поляками, не швейцарцами, не финнами, а нашими гражданами, нашими жителями. Я за то, чтобы первый шаг по созданию рабочих мест, у нас дороги должны ремонтировать не изюмчане, крыши не запорожцы, не краматорцы, а местные предприятия, местные жители. Но первый шаг, который бы я, будучи городским головой, сделал, это первое. Я гарантирую то, что максимум бюджета будет осваиваться предприятиями этого города, а бюджет города не маленький, больше чем полмиллиарда. И второе, сегодня нужно навести порядок, это основная статья, для того, чтобы правильно, можно развивать курорт, строить предприятия, но для этого нужны инвестиции. Один из путей заработки денег этим городом, это получение, наведение порядка в области получения вот этого 5% акцизного сбора, который должен получить местный бюджет за счет алкоголя, пива, в общем-то, спиртных напитков крепких. Город, как в песне, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости. Город, в котором созданы условия для отдыха детей, пожилых людей, молодежи. Есть бассейны, парки, аллеи. На улицах растут деревья, цветы, трава. Город, где его жителям предоставлена возможность выбора, в какое учебное заведение поступить, в какой больнице лучше лечиться, какую удобную работу выбрать. Это город, известный далеко за его пределами, не только промышленными предприятиями, но и жителями, прославляющими этот город. Город, где нет преступности, нравственной деградации и невежества. Для того, чтобы оставить достойное наследство нашим детям, предстоит много поработать. Надо будет решить экономические, экологические, социальные проблемы нашего города, тем самым улучшая его демократическое состояние. Партія Ляшка, якщо всі помітили, а я думаю, багато хто помітив, це одна із небагатьох сил, яка не піддалася олігархам, олігархічним групам, чесно, відверто розповідає про те, що відбувається в державі, і по можливості, по ресурсам захищає інтереси людей. За це, звичайно, відбуваються певні репресії, я можу так назвати, але жоден з депутатів ще не здригнувся і не пішов, не відступив. Не відвідали дебати кандидати на посаду міського голови Олег Марченко, Василь Патлачук та Ігор Рубан.